Когда мы выходили из ресторана, я заметила, что кто-то пытается незаметно нас сфотографировать. Этот человек держал в руке фотоаппарат, а на его туловище было странное крепление для телефона. Я быстро побежала и села в машину. Но потом он ко мне подошел и рассказал, что он очень популярный уличный фотограф. У него у самого около 1 000 000 подписчиков, но никто не знает, как он выглядит, потому что он всегда находится за кадром. А зовут его, оказывается, Равкат. Но фотки у него необычные, вы, наверное, видели. Это как стоп-кадры из видео. И в итоге он пофотографировал меня, Мирославу и Златочку. И скоро он нам пришлет 3 видео. Для меня, для Мирославы и Златы, в которых будут стоп-кадры с фото. Поэтому подписывайтесь на меня, Мирославу и Злату. Их аккаунты я оставлю под видео, чтобы увидеть результат.